Саакашвили носит уникальные итальянские кеды почти за 11 тысяч гривен. Миха выбрал модель под названием «Суперзвезда». Михаил Саакашвили, который недавно стал главой исполкома Нацсовета реформ, все чаще появляется в новостных сюжетах. Весной «Страна» писала, что экс-президент Грузии строит себе уже второй дом под Киевом. Участок в селе Лесники принадлежит матери политика, а сотка земли здесь стоит около 2000 долларов США. А буквально на днях наши корреспонденты сделали фото и видео одесского пентхауса Саакашвили. Двухуровневая квартира находится в известной «Свечке» на итальянском бульваре. На одной закрытой территории сразу три «жемчужины» номер 50, 25 и 24. Так называются жилые комплексы известной местной строительной компании «Кадор Групп». В это же время сам Саакашвили в Киеве пил коньяк с Артуром Мхитаряном, застройщиком и основателем «Тарян Групп». Последний известен не только своими небоскребами. Кстати, в одном из них живет сын министра внутренних дел, Александр Аваков является владельцем квартиры в модном жилом комплексе «Джек Хаус». Также имя Мхитаряна знают по публикациям в СМИ в связи со скандалом. 2018 год он заявлял о давлении со стороны спецслужб. Бизнесмен записал видеообращение к тогдашнему президенту Петру Порошенко о рейдерстве и вымогательствах силовиков. Артур Мхитарян выложил снимок с Саакашвили в свой фотоблог Instagram, больше 43 тысяч подписчиков, и написал, что очень рад этой встрече. Саакашвили и Мхитарян, фото, instagram.com. Встречался с выдающимся человеком, Михаилом Саакашвили. Михаил Николаевич – знаковая личность для Грузии и Украины. За время его президентства девелопмент стал одним из приоритетных направлений в развитии страны на уровне национальной идеи. Благодаря этому в Грузии появились здания современной архитектуры, которые полностью преобразовали облик страны. Особенно приятно, когда человек с таким бэкграундом высоко оценивает проекты «Тарян Групп». Посмотрели «Тарян Тауэрс» Михаилу Николаевичу понравились. Он отметил, что Украине нужно больше таких проектов. Также обсудили концепцию «Киев-Сити» и реформы в Украине. «ПС Кавказское гостеприимство» без коньяка не обошлось, поведал Мхитарян. Страна же рассмотрела модные кеды со звездами 52-летнего Саакашвили, которые очень популярны среди подростков. Это обувь итальянского бренда Golden Goose. Модель называется Superstar, суперзвезда, ангел, и выполнена из кожи. Golden Goose Deluxe бренд появился около 20 лет назад, когда Франческо Ринальдо и Алессандро Галла, двое молодых итальянских дизайнеров, объединили свои усилия. Бренд выпускает обувь для сегмента люкс, стоимость от 300 евро. Известность и узнаваемость марки принесли предварительно состаренные кроссовки, с потертостями, пятнами и запачканными подошвами. Такие кеды, как у Миха, стоят 327 евро или 10 630 гривен по курсу НБУ на 4 часа 8 минут 2020 года. Кстати, каждая пара кроссовок Golden Goose производится на фабрике в Италии и обрабатывается мастерами вручную. Как результат, ни одной полностью идентичной пары в мире.